Добрый день, меня зовут Валентина Григорьевна. Мы в этом центре уже второй раз. Конечно, слава Богу, что мы нашли этот центр. Первый раз мы привезли сына сюда, как говорится, против его воли. Вот результаты были. Ну, наверное, еще было все это неосознанно, чтобы бросить наркотики и все, что мешало жить. В этот раз мы приехали уже по его личной просьбе, то есть он уже это осознал, и он понял, что помочь ему могут только здесь. И на сегодняшний день, просто за этот месяц, который мы здесь провели, спасибо всем врачам, всему медперсоналу, персонально, конечно, Виталию Ивановичу, и Мише, и Дмитрию Николаевичу, все, кто работал сегодня. То есть я просто вижу, что мой сын очень изменился, и хочется верить, конечно, и что мы здесь последний раз. Мы будем приезжать сюда в гости, мы будем отправлять сюда всех, у кого сегодня такие же проблемы. Вот, и это замечательный центр, и пусть Бог благословит врачей, весь персонал, всю клинику, которые сегодня возвращают людей к жизни. Спасибо.